Во всей этой истории важно найти баланс. Например, есть аудитория, которая не играет в хоккей, но они больше хотят узнать о жизни Алексея. Но, безусловно, его хоккейная жизнь также важна. Так как этот фильм не только про спорт, это также про жизнь. Как он играл, как выигрывал, как он подписал контракт с Нью-Йорк Рейнджерс. Не каждый такого может достичь. Все эти люди, которые работают волонтерами над этим проектом, они делают большую работу. Я думаю, это очень здорово. Really important job.